Вот, иначе он сейчас поведет собак на прогулку. Володя, ты что, у него нет возможности сюда приехать, у пищика-то? Нет. Нету, ну, да? Слава богу, сейчас он ездит с нами. И было у нас 30-го благовестие, мы раздавали в городе. Ага. Володя там был с... и сестры наши тоже мы. И это, а в каком городе-то? Ореш. Ореш, ага, да. Ореш. Ага. А там у вас что, как занятия начались какие-то, нет? А, как там священник? Занятия сам проводит отец Николай. Сам проводит, да? Да, да. Ну вот, а вы не участвуете в них? Ну, именно Андрей и, там. Андрей? Ну вот Андрей-то хотел, видишь, какая была задумка, что отец Николай, он, может быть, передаст вот это все, чтобы там Андрей или Володя могли. Но он говорит пока это, ну, сам. Сам. Ну, так сказать, ситуация меняется, может быть, и получится. Угу. Он с нами проехал от Тихого до Атлантического океана, Скандинавию, Прибалтику и Север. Вот видите, собака. Чемпион России по защитной караульной службе. Он не тронет, не машите только руками. Сейчас я тут так стенки поставь, чтобы чужие коты не съели. Так, ребята, все, чужую собаку гладить нельзя, руки назад. Не, на, нет, на веранду, на веранду. Дощечки. На веранду. Дощечки, закрой. А, дощечка, да. Тут чужие кошки, чтобы не ели. Теперь я иду впереди, а вы за мной. Только по земле не тащи это. Посмотри, я с ним гуляю. Гуляй. Он выполняет команду. Вот гуляет, он пошел гулять. И вы надо отправиться. Ну, вот, видите, посмотрите. Сделал свое дело. Одно дело сделал. Так, а второе надо пошли. Он это зря сделал, первый мальчик и второй. Зачем они сверху-то натянули? У них сейчас ноги сырые будут. Эти не ноги, а эти. И первый тоже. Вот так сделай, как это, мне. Это как его, Артем, да? Сделай вовнутрь. Ну, надо внутрь заталкивать. А почему они сверху-то штаны? Конечно. Ну, сам-то он может, нет, чтобы рукой-то шевелил. Больше так. Это он ищет так лекарственную траву какую. Смотри. Он знает лекарство. Трогать нельзя. Он сейчас вот возьмет несколько и жует. Это ему надо. Витамины. Это как костер грызет. Он не подряд берет, он вынюхивает. Да, и выбирает, да-да-да. Какая-то старая трава, новая, там он все знает. Так, пошли. Я сейчас его отпущу, смотри. Вот, брошу по поводок. Внимательно смотрите. Ураган. Сидеть. Сидеть. Хорошо. Теперь видите. Лежать. А сам живет. Так, внимание. Голос. Ураган. Голос. Он ест. Голос, голос. Ураган. Некогда. Голос. 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 Хорошо. Рядом. Он должен вокруг оббежать. Вот так. Все рядом. Вот смотри, рядом. Я пящусь, и он тоже говорит. Рядом. Понятно? Пошли дальше. Гулять. Вот я сейчас скажу рядом, но сразу рядом. Но не бегать не надо, сейчас он отправлять-то будет. Он нашел, где туалет сделать. Мало того, сейчас ногами еще попытается зарывать даже. Ну ладно, ладно. Пошел. О, взял? А, это он зарывает. Так, как у нас. Слышите, лает? Ее закрывать не надо. Вон у меня голубятник, где. Видите, вон голуби, посмотрите. Вон они на окне. Вон окно, и вон сидят, видишь? Это голубятня номер два. А вот это голубятня номер один. Вот там не видать голубей. Они улетели сегодня, гуляют. Вон сидят голуби, а там мы твой голубям завтра пойдем. Да, надо. О, видишь, он уже тут. Учуял тут. Кошачья.
Володя, ты скорее ближе рядом подходи. Ты на собаку направляйся, а не на них. Угу. Иди там рядом, вперед зайди. Так, иди-ка. Я сейчас подвожу к шарику. А потом шарику дадим есть и увидите, как он будет реагировать. Так. А вот это у нас паря. Шарик. Шарик. Да, красавец. Так, идем. Сарик. У них не особо дружественные отношения, но все равно. Теперь они будут метить. Так. Ой. Ну ладно, 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 ладно. Это шарик. Потом я там. Потом вы будете его играть, выводить с ним. Вот он, это он не просто мощится. Он заметил, он, ага, печать поставил, теперь этот, он пошел скорее замещать. Если это моя территория, а тогда я посмотрю еще, у меня может быть больше чернил. Так, видишь? Это сейчас подойдет, а обязательно шарик еще раз. Ему и не надо ходить. Но он метит. Еще раз. А это смотрит как маленький, сколько у него там чернил полно. Да, а теперь смотри. Я сейчас шарику дам поесть. Держи, давай. Держи его здесь, не допускай пока. Потому что шариковый, он шарик маленький. Но он будет защищать свою еду. Он, видишь, как он реагирует. Давай, ешь. А теперь смотри. Держи. Вот он дал еду. Это столовая его, он подходит. Видишь, шарик как на него. Ну-ну, подходи. Подходи. Ну. Как шарик-то? А он даже не подходит. Он знает, что ему попадет от шарика. Подходи. Видал? Кто подходил, играл, а тут никак. Потому что у шарика здесь столовая. И он в столовой никого не запустит. Подходи. Никак. Ни под каким видом не идет. Уже научен. Так, дай-ка еще дам. Держи. Так, подожди. Шарик, подожди. Подожди. Теперь я ему дам этому. И смотри. На. Все. Иди, ешь. А теперь шарик, подожди. Теперь на. А шарик у него брать уже не будет. Подходи, бери. Твоя чашка-то. Все, отворачиваюсь. Так, все. Ну, хватит. Тот говорит, моя чашка там стояла. Тащи дальше. Давай, шарик. Вы кошки? Ой, нос-то сморщил как, иди. А подходите подходите. Огрызается, а сам не с места. Поводок-то какой. Он бы мог отобрать. Но у них закон определенный. Как смотрит, ему тоже охота. Такая вкуснятина. Там рыба. Ух ты, фу, такой сморщок и ничего не можешь сделать. А теперь вот я отниму ему дам. Подожди-ка, шарик, подожди маленько. Все, нос сморщил, отошел. Вот порядок какой, тот пошел метить территорию, чтобы конуру не заняли. А, да, ну шарик, все, хватит. И чашку унес. Чашку-то унес. О, понес чашку. Ну, это не годится никуда. Дай чашку потихоньку. Все, чашки унесли. Так, маленько тряхни ему туда и оттуда. А кошек чем будете кормить? Так, сейчас, все. Там у меня еще есть. А, есть? Шарик. Подожди. Шарик. На. Ой. Все. Ну бери, ешь. Нет.
Да он его давно бы сразу задавил. Ну понятно, что тут. Так, пошли кошек кормить. Шарик, ты никогда таким, с таким аппетитом не ел. О, да. Обычно кого-то ходит, чуть-чуть поклюет и все. Кошки, да какие кошки-то, пушистые, красивые. Вон она, спряталась. Так, нужно крепко держать, держи. Двумя руками. Двумя руками. Сейчас я буду давать кошек кормить. Знаешь что, отведи маленько сторонку, чтобы кошки не увидели. Пойдем, врага? Никак не пойдет. Не-не-не, значит, отберите сами. Маленько отодвинь туда его. Отведи в сторону, чтобы я кошек начал кормить и выйду. А вы, дети, смотрите кошек, как я кормить кошек буду. Он закрылся, ну выйди за него. О. Белый, белый, белый. Вот смотрите, иди сюда, иди скорее. Оттуда смотрите, встаньте, чтобы вам видно было кошек. Да хорошие кошки мои. Давайте, давайте. Сейчас. Вот здесь в дверях стойте, вот тут, на крылечке. Ага. Так, подождите. Вот смотрите, как они будут есть. Но, да хорошие кошки, ну-ка давайте. Вот они где кошки. Все, дальше не ходите. Вот они хорошие кошки. Не шевелитесь, они боятся вас. Давай. Только их три? Паля, где Паля? Вон сзади вас. Паля стоит отдельно. Она людей боится, а это не... Паля. Все, шмыгнула. Давайте, ешьте. А рыжий там наелся. А рыжий наелся там. Он спит. Давайте, ешьте. Паля спряталась. И у Пали спит. Так, пока держите, мы унесем. Давайте. А сейчас я к этому поднесу. Подвезу. Да хорошие беленькие мои кошечки. Паля, иди ешь. Паля, иди скорее. Не шевелитесь только. Она боится. Паля хорошая. Паля. Ну куда ты пошла? Иди сюда, Паля. Да Паля хорошая такая моя кошечка. Давай. Опа. Давай сюда. Самая пушистая кошка. Вот она где. Давай, ешь. Она боится. Дальше отойдите вот туда. Поешь. За дверь. Поешь. Все. Она убежала. Теперь смотри. Вмешивается в их еду. Папа, подожди-ка. Подожди, смотри. Вот кошки-то как ощерились. Гляди, как они, Володя, гляди, как они поставили. Давай. Ну-ка. Тоже боится, что морду покорябают. Все. Покрутился. А он такой смелый. Но нету ничего. А? Вот какой порядок существует. Гляди. Кошка. Кошки защищают тоже свою чашку. Гляди, как она шипит-то на него. Видели, да? Видал? Посмотрели как? Так, все. Вы сейчас стойте здесь. Я приведу другую собачку. Пиджачок возьми у него, на стол тут положи. Давай. Вот сюда. Вот сюда. Вот. Ой, Володя, показывай окрестность. Вот это вот для бани, да? Вот это? А это и для всего, и для бани. Да, для всего, и для топки, и все. Мы вот эту собачку еще называем Шарика. Собачка с большим сердцем. Маленькая собачка с большим сердцем. Да, Шарик? Любвеобильная, так сказать, Маша, которая из Канады приезжала, где-то там она потеряла Шарика. Да, было такое дело, Володя? Я уже не помню сейчас. Так там кто к ним с ним не ходил, но было, я помню. И потом искали Шарика, она где-то, видимо, другим занялась. И Шарик потом на цепочке прямо его отпустила, и он где-то там бегал. Так, аккуратней. Вот.
Он, главное, с таким аппетитом никогда не ел. Да? Он чуть-чуть поест и все. Ну, видимо, решил показательно это показать, как он умеет есть хорошо. Нет, просто он побоялся, что заберут у него. А, заберут. Ну да, это тоже. Ураган-то ей показал. Это, наверное, первое, что его... Он бежать начал. Да. Ну, сейчас видели реакцию. У вас на шее комар. Ну, так тут видишь комару. Я же вам рассказывал, что... В этом году намного меньше. Меньше? Потому что весь май заморозки были до минус 4. Я вот смотрю, там немножко смотрел, думаю, что-то комаров-то вроде как не видно. Да. Вот только... А это вот просто сейчас влажность и утро, и, наверное, сейчас... Да. Они же как раз это... Тем более у нас, видишь, часть скошена, а часть не скошена трава. Я смотрю, у вас такая богатая растительность, все вон, высокая. Ну. А, так, Володя, где эта жгучка крапива? Жгуча, вот она. Идите сюда, ребята. Идите. Я покажу, что сейчас я делаю вот жгучка крапива. Вот идите сюда. Вот она, видите какая? Кто снес к ней это, пальчик прикоснуться к ней? Это крапива? Да. Помните, я рассказывал? Это да, воспитатель. Вот а ты пальчиком возьми. Не. Боишься, что ли? Так она другая не хочет. Другая, да. Вон, смотри, я делал эти дела. Вот, пожалуйста. Видишь? Убери эту. И не жгет? Не жгет. Надо просто уметь брать ее. Ты махаешься. Возьми. Кто попробует? Вот, кто возьми. Егор. Листик-то не жгется. А что ты? Чтобы это не крапива. Крапива. Попробуешь, Артем? Ну-ка покажи пример, попробуй. Это называется жгучая крапива. Есть двудонная, которая у нас обычная. Да, и у нас растет вот на Урале она. Да, обычная. Да. А это жгучая называется. У нас такой нету. То есть если обожгешь, то будет очень больно. Вот запомните. Я даже не знаю, где это обычная эта крапива тут. Что-то не видать ее пока. Так, а вот это мята, вот это? Нет, это. Что похоже, или что это такое? Как он, пустырник? Пустырник. Да. Так он, дядя Володь сейчас показал, он сейчас, видишь, сорвал и все. А ну попробуй. Вы с ней познакомитесь, где-нибудь обожгете случайно и все, ну, да. Поймете все. А я не буду ей сжигаться. Будешь сжигаться. Ну сорви листик так, сорви, она тебя не обожгет. Сорви. Нет. Ну я же сорвал спокойно, видишь, я вот. Да, вот сейчас видели? Вот видишь, вот она, видишь, сорвал, вот она. Вот я мну даже, вот на в руки. Возьми. Да возьми, не бойся, что ты. Видишь? Ну-ка, на, попробуй. Ну-ка, попробуйте. Ну что? Это вот это ж. Ну попробуй. Муговей красный. Нет, попробуй. Ты знаешь, тут что вычислила наша гликерия, видели же ролик? Да. Она это была Ульяна еще, девочка постарше-то. И она ее подносит, а крапил, говорит, а возьми, говорит, и ешь ее. Типа она очень полезна. Так, сунул в рот, такая. Ну, понятно. И почувствовал, какая. Почувствовал. Вкус крапивы. А это вот я пробовал на Урале обычная вот крапива, которая дудомная, да? Да, дудомная. Я говорю, ребята, смотрите, раз и в рот ее. Они, ой, нет. Я говорю, ну давай попробуй ее. И съел все. А это, про это я рассказывал интересные истории, как вот они служат воспитательным средством. Да, это точно. Вон идет собачка еще вторая. А это верный называется. Как они будут встречаться? Пройди, дядя Володя. О, шарик. Вот, видишь? Так. Так, подожди, он сейчас помочится везде. Территорию. Подожди, потом. Верно. Подожди, выходи. Я сейчас... Ну-ка. Ты меня пачкаешь лапами. Иди. Верный, иди сюда. Иди. Видишь, они проверяют. Стойте, смотрите, как они. Он сейчас будет на него становиться, он маленький. Так, туда, встань-ка вместе со всеми. Иди сюда. Смотри. Он не тронет, он просто знакомится. Да, знакомится. Верный. Так, пацанчик, не трогай, руками его. Не трогай. Так. Он смотрит, где он помочился. Так. Пищать его нашел. Теперь этот должен туда пищать поставить. Вот так. Расписаться. Смешно. Все, понюхай. Пускай понюхает его. Давай. Так. Все. Этот сверху. Да, еще сверху роспись поставил. Так. Ну еще, шарик. Ну играй, он сегодня не играет с ним. Настроения нет. Люди, он как-то на арену не хочет под съемки.
Он против съемок, наверное. О, еще раз. Все. Ну что такое, а? Все, опачкал меня. Это не крапива. Ну, это иди, иди сюда, иди. Вот она, крапива. Сейчас я буду ее. Борьба неравная. Шарика там три подписи стоит. Ему не понравилось. Гомосек, что делаешь с ним? Давай. Вот он как. А, отка. Ну давай, подойди, познакомься. Подходи ближе, ближе, подходи. Ну, Шарик, иди сюда, иди. Вот он пришел, верно, это твой друг. А. Его это не за... Он смотрит. Теперь, как он команду выполняет, посмотрите. Вперед, так. Так, я, он там, или это, вперед, пройдем, я на самом деле. Шарик, Шарик, Шарик. Верно, сидеть. 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 Хорошо. Так, лежать. Голос. Голос. Она-то отвлекает ее здесь. Верный? Голос. Голос. Комарики попают его. Стоять. Стоять. Пожалуйста. Теперь види, команда какая будет. Рядом. 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 Стоп. Рядом. Види. Рядом. Лежать. Лежать. Хорошо. Стоять. Давай скорее, Володя. Сейчас он с этим подберется. Ребята, сиди. Кошки зашипели. Види, горбом встали. И разошлись. Это голубоглазка, она смелая. И не подходит. Там о, еще одна кошка. Бешеная. И фыркнула. А это голубоглазая. Глаза синие-синие, види. Шипит, но не отходит. А теперь, если я ее прогоню, посмотрите, как он в столовую бросится. Но, ну иди, гуляй. Гуляй, гуляй, гуляй. Гуляй. Так, верно, кошки ушли. Ушли, заходи в столовую. Заходи, заходи, заходи. Понимаю, вот, давай, ешь. Тут опасности. Да. Пять кошек, какая откуда бросится? Давай, ешь. Ешь. Все. Вот. Какой порядок у них, у животных. А то дальше чашку взял в зубы и унес. Утащил. Давай, вот молодец. А то они щамкают и не поймешь что-то. Давай, доедай. За двоих. Игнат Тихонович спрашивает, зачем колокол? Это колокол, мы все покажем им. Ну-ка, как он испугается? Нет. Даже не показал еще. Все, залезал. Все, почистил мне. Ну все, все. Еще залезать надо ладом. Только осталось поднять над головой, а прокинуть. Ну все. Я вас, ребята, сейчас увожу. Там уже сами занимайтесь. Дядя Вова меня подождет. Мне надо зайти. Или наоборот, я привяжу его где-то здесь. Так. Так, ну все.
все, можешь забирать их. Я привязываю его. Нам тут надо заниматься еще. Ну. У тебя оба здесь аппарата? Да. Ай-яй-яй, когда ушел, закайте теперь.